Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтори. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради... Том. Алло, тут... Черт. Связь накрылась. Ну, значит, будем работать без связи. Всех приветствую. Всем бонжур. Не забывайте про лайкосики и подписку на канал, если вы этого еще не сделали. Так, давайте смотреть. Нам нужен что? Правильно, большой запас боеприпасов, потому что у меня вообще по нулям. Это все печалька. Так, я так понимаю, здесь у нас находится с вами торговец, да? Идемте посмотрим. Тяжелый денек, незнакомец. Да. Сильно очень тяжелый. Привет. Здорово. Я обновил ассортимент, друг. Так, что у тебя есть? У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Блин, а может давайте продадим этот, как его, арбалет и купим себе этот гранатомет? Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Да, я согласен. Блин, ну просто если у меня закончатся патроны, а у меня не будет этого, как его... Спасибо. Возможности с болтами просто стрелять, то это будет печалька. С тобой приятно вести дела. Так что, как думаете? Крица, как думаете, что нам делать? Да, как раз арбалет, если мы... Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, если которую продадим, мы назначаем. Будет хорошо. Так, давайте посмотрим, что мы можем с вами сделать. Травушки, муравушки. Вот мы можем сделать вот так. И все, да? Ага, и вот так можем сделать. Отлично. Так, а чтоб мы такого с вами взяли, выкинули, к примеру, чтобы мы могли переместить. Так, а если мы... Создать патрулы для ветровки, ППшка, раз. И здесь мы сможем создать с вами... Тихо. Пока, как говорится, никакого доброго пути. Все, мы отправляем тебя сюда. Тебя, к примеру, мы... Блин, я даже не знаю. Так, погоди здесь. Давай перенесем тебя вот сюда, тебя вот сюда. Блин, не люблю этот тетрис. Так. А если мы тебя перевернем? Ну. Так, а если мы тебя сделаем вот так, а тебя сделаем мы... Сделаем вот так. Даст нам что-то это или не даст? Так, а тебя мы перенесем вот так. Давай смотреть. Навряд ли, да, сюда влезет? Навряд ли сюда базука влезет. Так, что это у нас такое? Осмотреть. Патроны винтовки. Не, винтовка нам не нужна. Винтовка нам не нужна. Хорошо. Так. Дай сюда. Так, баллончик. Блин, по идее сможем поместить. Если мы сейчас все правильно разложим с вами. По идее мы сможем с вами все разместить. И даже купить себе гранатомет. Так. Ну все. По идее. Так, выброшенные предметы нельзя вернуть. Выбросить. Да, выбросить. Привет. Давай, а ну, да. Не мне судить, можем, конечно, купить. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Ну да, согласен. Для нашего супербосса, конечно, мы с вами подготовились.
Так, нет места, нет места. А ты можешь мне потрошки продать? Лечебный спрей, материалы. Эти деньги не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Так, нательная броня. Броня улучшить. Что мы с вами можем улучшить? Давайте, не надо. За ножом надо регулярно ухаживать. По-моему, отлично получилось. Да, согласен. Чем еще? Ты только там не убейся. Постараюсь. Постараюсь. Быстрый доступ. Быстрый доступ. Давай. Давай куда-то сюда. Бум. У нас с вами есть один снаряд как раз. Так. Где наша восьмерочка? Вот наша восьмерочка. Да. Хорошо, шикарно. Перезарядить. Перезарядить. Так, будем сохраняться. Да, наверное. Давайте сохранимся. Сохранить игру. Давай сюда. Бум. Все. Идемте. И попробуем сейчас пользоваться арбалетом. Мало ли, может, мы с вами сможем сэкономить немножко патрушков. Что нам нужно сделать? Нам нужно попасть вот сюда. Это то есть наверх. Дополнительная цель. Ладно, идемте. Идемте. Мне интересно, а на нашу базуку мы сможем найти снаряды или нет? Ого. Что, чересчур сильно их так? Их там много, да? Здорово. Спишь? Походу спят. Это кошмар. Ну да, согласен. Так, давайте посмотрим, сколько их там человек. Хотя человек от них осталось, конечно, вообще мало. Так, на перепрыгнуть, да, нужно? Угу. Да. Так, что это такое? Эфочка, маленький ключик. Мне нужно будет сейчас... Понятно, мне сейчас будет нужно будет найти вот такую штуку, да? Которая находится у них там. Ладно. Ладно. Давайте смотреть. Ага. Понятно. Что-то с арбалетом я, наверное, как-то психанул, да? Явно я психанул с арбалетом. Так, а если я буду говорить «Глория Распля», то меня как бы это самое примут за своего или нет? Так, мне нужно войти вот сюда. Для этого мне нужно их всех перебить. И найти лампу. Ладно, давайте смотреть. Тихо. Да, тихонечко. Корасон, корасон. Так, все. Тихо, тихо, тихо. Глория лас Прадо. Глория лас Прадо. Так, нас заметили. Нас заметили, ребят. Ладно, 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 ладно. Глория Распрадо. Все хорошо, а теперь зайчики с вами. Черт. Давай еще. Ты чего, падла? Ой,
Так, пехаль, 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 пехаль. Ах ты, какашка! Уходи, 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 уходи. Глория Леспрадо. Если бы я еще попадал бы, было вообще хорошо. Ах ты, падла. Так, хорошо, хорошо. Бонжур, вот, алый фонарик, шикарно. Шикарненько. Так, кто это делает? Лори Распрадо. Да сколько вас вообще? Все, походу, походу... Последний, да? Или еще кто-то есть? Лори Распрадо. Ага, бонжур. Как оно? С дороги. Шикарно. Все, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ага, у нас тут бочка, бочка, бочка. Давайте забираем все. Порох. Порох — это хорошо. Может, мы даже с вами сможем сделать себе на дробовик потрошки, потому что что-то я потратил все. Так, давайте смотреть. Боеприпасы. Не могу. Разные стрелы. Ножи не могу. Бомба-липучки. Тоже не могу. Блин, я синенький мешочек выкинул, да? Да. А, по-моему, синенький мешочек продавался у торговца. Идемте посмотрим. Так, по-моему, нам сюда. По-моему, синими шпролостворовцами мы сможем с вами сделать взрывные болты на крайняк. Только где оно было? А, оно было наверху, а я тут спрыгнул. Ладно. Ладно. Туда, значит, не сможем. Будем действовать с тем, что и есть. А есть у нас с вами немного, вообще немного. Прямо от слова «забей». Так, что у нас по поводу... Так, семерочка, все. Отлично. Здесь тоже, да, кто-то сейчас будет? Что мне тут нужно сделать? Мне нужно подняться на второй этаж, это то есть вот сюда. Окей. Это мы сделаем. Давайте откроем дверку, посмотрим, что у нас тут. Ага, это то. Здесь по-любому, да, закрыто? Не открыть. Да, нужно наверх, типа, чтобы она поднялась. Так, идем. Блин, я не знаю, чем мы будем с вами главного босса побеждать. Вот это что меня интересует. Вот это что меня интересует, конечно. Неужели придется с ним в рукопашную? Угу. Кто-то сбежал, да? Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. А ты-то думала. Работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей и так конец. А уйдешь сейчас? И кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи.
И она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Да, без проблем. Я сейчас уверен, нам придется решать с вами загадку, я видел на стене. Нужно будет сейчас кое-что найти, да? И открыть стенку. Вот уж кого не думал встретить. О, вот оно что, да. Да-да-да, вот эта вот штука. Так, бонжур. Закрыть. Нужно вставить ее вот сюда. И еще две штучки. Так, одну вижу, хорошо. И это, да, все она? Нет, это не она. Вот и она. Вот и она, да. Давай сюда. Шикарно. И еще. Блин, было бы хорошо, если бы на нас сейчас никто не нападал бы. Было вообще шикарно, дорогие часы. Не, мне не нужны часики. У меня с этим все хорошо. Бон аппетит. У меня с этим все хорошо. Мне нужны потрошки. Так, использовать подходит? Да, прикинь. Шикарно, карманные часы. Не надо, спасибо. Вот и вторая дощечка. Супер, идемте. Идемте. Так, бумс и бумс. Так, и шо? Так, и шо от меня хотят? Ага, мне нужен. Что мне нужно? Давайте смотреть. Что нам нужно? Где это все искать? Нет ли оно, не? Блин, эти загадки. Я не могу просто через окно уйти. Пошли ли он? Так, хорошо. Здесь мне нужен щит, правильно? Здесь мне нужен щит. Вот. Бум. Есть. Хорошо. Здесь мне, получается, нужна вот эта вот штука. Все. А здесь нужно будет выбрать. Неужели... Неужели ля? Бэйби. Да ты шо? Вот это я. Ладно. Пора искать Эшли. Это я умный. Так. По-моему, нам надо было крысок убить по заданию. Ну, уже ладно. Уже ладненько. Так, слушай звук. Эхо, звучащее в горах. Хорошо, буду слушать звук. Ага, бонжур. По-любому. Супер. Это что такое? Вы это видели? Это Спайдермен. Спайдермен. Кто такой Спайдермен? Без него как без рук. Потому что Человек-паук. Так, ладно. Давай, удерживаем. Ладно, чтобы на нас на эта штука сейчас не напала. Ага. Да сколько вас вообще? Как это было крипово. Но зато мы с вами сэкономили потрошки. О, хорошо. Так, нам вниз, да? Я надеюсь, сейчас не будут
Эти пауки сейчас постоянно здесь. Так, кого-то вижу. Кого-то вижу. О, только лучшие товары. Да твою ж ты, торговец, ёбаю, испугал меня. А ну, привет, а ну. Я продаю много отличных товаров. Да дурак. Я так и понял, мне синий мешочек тебе нужен. Тебе важнее деньги или жить? Запасаешься пока можешь? Так, патроны револьвера, световая граната. Давайте купим, не знаю. Удачи тебе. Револьвера, но это мне не надо. Мне нужны патрошки. Дай мне, пожалуйста. Ладно, давай закупим материалы. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Да я так и понял. Так, что у тебя еще есть? Можешь X4 купить. Повесить на это, как его, на гранатомет. Что, это все? А у тебя еще что-то есть? Удачи тебе, чужак. Спасибо. Поосторожней, сэр. Приходи в любое время. Хорошо, приду. По-любому. Вот кому-кому, но к тебе приду. Вот приду по-любому. Так, не то нажал. Так, во, вот так вот. Вот так вот. Нет, не туда я хотел сохранить. Ну ладно уже, поздно. Так, ага, вы наверху и со стрелами, да, я смотрю. Что мне по поводу потрошков и что я могу с вами здесь скрафтить? Походу ничего, да? Патроны для ППшки могу только. Во, бум. Бадабум. А я могу еще это сделать или меня с вами не хватит? Давайте попробуем еще купить. Слышь, оно... Привет. Здорово. Что покупаем? Эту штуку. Где она? Где эта штука? Все, что есть перед тобой. Запасаешься, так. Пока можешь? Не знаю. Разумно. Все. Я не жадный, но у тебя нет места. Хорошо, хорошо, понял. Ты только... Все, ты только-только. Боеприпасы разные. Так, боеприпасы... Нет, не могу. А почему? Потому что у меня нет пороха. Правильно я понимаю? Да, правильно я понимаю. Это печалька. Да. Это печалька. Это с вами нету места теперь. Ну и ладно, правильно? Бейся. Правильно. Все, давай возьмем пехаль. Давай возьмем пехаль. Она сказала, с нее хватит. Падла, я найду тебя. Да, давай. Открывай. Ну, открывай. Или мне их нужно вырубить? Это дает какой-то эффект или нет? Все, вроде минус один. Где не дает. Ладно, ладно. Слышь, Салазар, а ты не хочешь мне открыть ворота? Ну, и что делать? Что мне делать? Вот, вижу, что мне делать. Ну, ребят, я сейчас приду. Ой. Меня ждут. Ой, бонжур. Дон, где стала библиотека? Ага, и паучок, да, выпрыгнул с тебя? Все, паучка нету. Паучка нету. Погоди, дай я соберу все. Ну так нечестно. Все.
Ваши друзья сами напросились. Ага, он у меня подлагивает. Понял. Так. Супер. Только у нас теперь есть два входа и два выхода. Куда нам идти? Давай попробуем наверх подняться. Ля, оно еще взрывается. Зато с него выпали 10 патрошков, да? Это шикарно. А где еще один? Где еще один? Что ты сомневаешься, что я стану человеком-пауком, если он меня укусит? Так, сейчас, секунду, я кушаю, проверю, не лагает ли оно на записи. Ну, чуть подтормаживает, ну ладно. С этим я уже ничего не смогу сделать. Так, я здесь тоже не могу открыть, хорошо. Тогда идемте вниз. И поднимемся наверх. Все. Так, сюда и мы тоже, да, не пройдем, да, нам наверх нужно. Нам нужно наверх. И что это нам дает? А, ну это нам что-то дает. Бонжур. И все? Что за звуки? Алло, кто это делает? Чем вы там занимаетесь, скажи, пожалуйста. Я тоже хочу. Тоже хочу к вам. Тоже так. Не позовете в гости, не? Так, что нам нужно сделать? Я понимаю, что нам нужно найти что-то, кого-то открыть дверку. Так, ящичек закрытый, да? Да, ящичек закрытый. Ага. Вон там открыто, да? Ладно, я понял принцип. Ага, теперь я понял принцип, хорошо, все. Нам нужно будет сейчас вниз спуститься. Да погодите, без меня нет, как не начинайте. Сейчас я приду. Вместе так поделаем. Так. Бонжур. Донде стала библиотека? А что ты мне сделаешь? Ты за забором. Сам козел. Мне нужно в тебя стрелять или нет? Наверное, нет. Так, патрошки. Здорово. Как она? Спишь? Спишь, да? Сесюрити. Говорит, работаю охранником. Так, теперь мне нужно, значит, найти другую дверку. А она, походу, должна быть справа. Так, вот сюда. Значит, где-то вот тут должна быть. О, здорово, падла. Блин, а эти паучки мне нравятся. С них 10 патрошков выпадает. А вот этот вот звук мне не нравится с цепочкой. Все. Тихонечко. Все хорошо. Стараюсь идти медленно, потому что что-то оно... подлагивает, я не знаю почему. Не знаю, тут видюха нужна 10-гиговая, так что
Теперь понятно, что меня подтупливает. Ну ладненько. Так, ага, здесь мы нашли. Понятненько. Колесико надо забирать? Нет, не надо. Здесь у нас... Хорошо. Это, наверное, нам нужно будет сейчас вернуться назад, правильно? Насколько я понял, да, вот сюда и можем пройти. Правильно ж? Нет, неправильно, нам нужно в другую сторону. Нам нужно теперь вернуться назад и вернуться назад. Так. Не сюда, вот сюда. Да. Только здесь закрыто. Только здесь теперь закрыто. Самое интересное, я теперь даже не знаю, как это что сделать. Ай-яй-яй. Так, ну в первый раз же получилось. Что мы делаем не так? Мы что-то явно делаем не так, да? Теперь солнышко. Здесь закрыто, зато теперь там открыто, но потом закрыто. Правильно я понимаю? Мне либо возвращаться назад. Ну вот, открыто теперь получается. А здесь закрыто, видите? Мужчина, а вы не могли бы мне тут дверку открыть? Дальше слышу, вы тут ходите. Так, что мне делать? Это мне вообще возвращаться назад-назад? Правильно я понимаю? Солнышко, а мне луна нужна. Ладно, но сюда никак я не пройду. Это мне реально полностью назад возвращаться? Да не, не может такого быть. Реально не может такого быть. Устал бегать, да? Да я тоже что-то подустал. Ладно, я нам походу что-то упускаю. Хорошо, давай, дергаем рычаг. Дергаем рычаг и идем. Так, здесь должно что-то, по идее, быть. Да, мне нужно было просто залезть наверх. Ха-ха-ха. Так. Гарри, don't move. Don't move. А что ты мне сделаешь? А что ты сделаешь? Ах ты, падла, у тебя там открыто было, да? Да блин. И не говори. Так, здесь нам нужно будет сейчас открыть. Это понятненько. Давайте посмотрим, что тут есть. Что тут есть? Так. Ага. Мне нужно будет спрыгнуть в эту дырочку, да, по-моему. Если не ошибаюсь. Правильно? Я правильно сделал? Блин, если неправильно я сейчас тупану, то это будет печалька. Или я правильно делаю? Куда мне нужно идти? Ага, мне прямо нужно идти. Ё-моё, сколько мне пройти нужно? Так, здесь дополнительная цель. Походу мы потом сюда и пройдем. Вот так и доберемся. Доберемся до Эшли, да? Окей. Здесь нужно дергать рубильник. Правильно понимаю? Здесь нужно было дернуть рубильник. Бонжур. Ах ты, падла. Ты в кого стреляешь, скажи, пожалуйста, а? Тебя не учили в детстве, чтобы пальцем некрасиво воу-воу-воу-воу-воу дергать?
Блин. А? Не говорили, что действие некрасиво тыркать своими культяпками. Так, что тебе нужно? Этот, как его, лекарство? Да, тебе нужно лекарство. Использовать. Блин, у нас мало аптечек, ну ладно. Надеюсь, мы с вами справимся. Все, на самый верх, правильно? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы создаете мне гигантскую проблему. Ах ты, падла, камушком по лицу. Асталависта. Бейба. Адьос, мудила. Ну, либо так, да. А, мне понравилось, а мне понравилось. Блин, мы потратили. А, мы теперь сможем купить еще одну штуку. Шикарно. Блин, я хочу дойти до торговца, куда надо будет купить еще одну себе. Так, мне понравилось. Знал бы, я все штучек 5 таких накупил бы и бегал бы. Чисто с арбалетом. Бонжур. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Сейчас, мужчина, секунду, одну секундочку. Ва. Don't move. Ах ты, падла! Один есть. Не-н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 е. Давай. Не-не, давай без этого. -то. Сам ты такой, слышь? Сам такой. Я Леон, понятно? А не Бабандона. Сам ты Бабандона. Так. Да что ты там своими тебе стрелами в меня? Все, отстань. Да блин. Все, закончились. Ах ты, сам ты, сам ты, сам ты, Наташа. Блин, они так стонут, это у меня прямо аж солнышко. Ага, луна. Мне вниз, да? Походу вниз можно дергнуть рубильник. О, здорово! А что ты тут караулишь? Слышь, а ничего, что у тебя болт в голове? Ну ладно. Так, ребят, этот момент я вам советую слушать в наушниках. Потому что если лица мимо вашей комнаты будут проходить родители, я думаю, они это не заценят. Так, что мне нужно сделать? Что мне нужно сделать? Да, 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 да. Ой, как вам нравится, да? Так, мне нужно куда-то вот сюда перейти. А как это сделать? Ага, вот как сделать, понял, все. Нам нужно было просто вернуться вот сюда. Теперь спрыгнуть и подняться по лестничке. Все. Все, все понял. Да. Пушка. Посмотрим. Пушка? А, мы с пушки сейчас будем стрелять. Так, ладно, давайте потратим на них пехоль. Здорово, привет. Как оно? А у тебя? А у тебя? Все, прут и прут. Да все, успок...
успокойся ты. Я хочу просто с пушки стрельнуть. Такое чувство, что я вас в долг беру. Так, патроны револьвера. Они мне, конечно, не нужны, но ладно, спасибо. Я тут, алло. Так, кто завелся, ставьте лайки. Идемте, идемте смотреть. Что мы тут будем с вами делать? Мы будем с вами стрелять с пушки. Как там было? Надо раздобыть себе пушку. Ага, этот мы тоже выше поднимаем. Так, отлично. Ну-ка. Куда? Куда надо стрелять? Бум. Так, ребят, куда надо стрелять? Не подсвечивается, не? Ага! Отлично. Путь открыт. Да, шикарно. Так, спрыгнуть. Здорово, ребят. Как оно? Так. Дабл килл. С дороги. Ребят, ну я просто пройду, но я... Ну я пришел с миром, вы чего? Ну, сами виноваты. Я хотел по-хорошему. Ой, нет. Беги. Но с меня хватит. Согласен. Все, с меня точно хватит. Так, отдайте мне, пожалуйста, торговца. Мне нужен торговец. Так, что здесь? Ничего скрафтить нельзя? Не, походу ничего нельзя скрафтить. Бонжур. Понял. Эшли. Понял, где никого ты? Нету. Эшли у нас прямо. Ладно, побежали смотреть катсцену с Эшли. Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться — это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. А вдруг я не смогу? Сможешь. Но дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо.